Привет! С вами снова «Молодежные новости». Это Илья. А это Алиса. В этом выпуске будет очень мало репортажей. Но очень много анонсов того, что вас ожидает в декабре. Илья, скажи, пожалуйста, а у тебя елка дома уже украшена? Не украшена. У тебя елка вообще дома есть? А елки-то у меня дома нет! Молодежные новости. Молодежные новости. Адвент – это период подготовки к празднованию Рождества, время радостного ожидания. И совершенно не важно, религиозен ты или нет. Это время, когда можно проявить особую заботу о близких. Все 4 недели Адвента – это счастливое время для тех, кто верит в красивую историю Рождества. Время Адвента наполнено особым очарованием, ведь с ним связаны детские воспоминания о радостном предвкушении самых замечательных праздников. И, наверное, жители нашей страны уже привыкли к тому, что зима не балует нас снегом. Что в рождественскую ночь за окошком падает не красивый снег, а льет противный дождик. Что в новогоднюю ночь мы не лепим снеговиков, а пытаемся не наступить в лужу. Все равно в душе живет ожидание чуда. Мы с радостью пересматриваем старые добрые семейные фильмы о Рождестве. Ах, какая гадость, эта ваша заливная рыба. А как приятно всей семьей украшать дом к праздникам. Папа приносит из подвала большую коробку с елочными игрушками и прочей рождественской мелочью. А мама освобождает традиционный угол для елки. Ну а ребятня с удовольствием вешает на елочку разноцветные украшения. А начинается весь этот красивый декабрь с зажжения первой свечи Адвента. В этом году мы побывали на так называемой Красной площади города Ихве, где собралось огромное количество горожан. Начался праздник с приезда Дедов Морозов. Совсем немножко осталось до светлого праздника Рождества, и сегодня в городе Ихве на центральной площади целое сборище Дедов Морозов, маленьких радостных детей, и, как вы видите, даже организовали небольшой лес прямо на площади. Давайте посмотрим, как проходит этот красивый и добрый праздник. Накануне зажжения Адвента в Центре спорта и отдыха в Паньярве состоялась самая настоящая конференция Дедов Морозов. Около 40 любимых всеми детьми дедушек со всей Эстонии решали важные дедморозовские вопросы. А в Ихве они приехали на разукрашенных машинах всей честной компанией. Восторгу детей не было предела. Деды Морозы провели игры с ребятней, а несколько представителей добрых новогодних волшебников принялись принимать заявки у детей в специально оборудованном автобусе. И, конечно, мы не могли упустить возможность пообщаться с главным Дедом Морозом страны. Здравствуйте, Дедушка Мороз! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Что привело вас в наш город? О, Дед Мороз много раз слыхал, что Ихве и Итавирума такие красивые места. Обычно Дед Мороз сюда попадает ночью или поздно вечером, уже во время Рождества. Но в этом году Дед Мороз решил прийти сюда пораньше и взять своих коллег с собой. Ну, коллег много. Сколько вас приехало? Нас Дед Мороз точно не помнит, а больше 30 нас. С ума сойти. Много работы в этом году? Да, дети хотят много подарков, поэтому работа нелегкая, но радует душу. А большим детям вы тоже подарки дарите? Да, если они активные и пишут письма, тогда, конечно, куда Дед Мороз может спрятать себя, если есть такой хороший возможность давать уже большим детям подарки. Тогда молодежные новости Кохтла-Ярви Ихве обязательно напишут вам письмо и будут ждать подарков. О, это было бы, конечно, хорошо. Ну, поздравьте. Но у нас тут тоже почтовая контора работает, двигаемся. Можно прямо туда поставить. Там такая очередь, мы боимся конкуренции. А ну тогда наверняка нам придется делать туда 2 очереди. Обязательно, для больших и для маленьких. Может быть, поставить эту мерку? Кто ниже в один очередь, кто выше в другой. Я выквалифицируюсь. Отлично, отлично. Спасибо, Дедушка Мороз. Спасибо. С наступающим праздником. С наступающим. С торжеством. С торжеством. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Наталья Ефремова. Очень приятно. Расскажите, что вас сюда привело? Сюда привело просто хорошее настроение. Это здорово. А расскажите, как вы обычно в семье отмечаете Рождество? Собираемся за столом. А какое-то такое блюдо-фишка у вас есть?
Как правило, курица или гусь. Это у всех, наверное. Ну, пожелайте что-то нашим зрителям в Рождество, в Новый год и мира. Команда молодежных новостей желает всем горожанам мира и спокойствия. В каждом доме добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успеха во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты. Лаури Киль, Алиса Линтер. Специально для молодежных новостей. Молодежные новости. Молодежные новости. А сейчас мы приступаем к анонсированию. 5 декабря. В Ахминском спортхолле. Соревнования по вольной борьбе. Культ Кару Оупен. Молодежные новости. Молодежные новости. Каждую зиму мы завершаем год репортажем с международных соревнований по вольной борьбе «Культ Кару Оупен», которые по традиции проходят в Ахминском спортивном центре. Завтра, 5 декабря, мы приглашаем всех на 8-й международный турнир по вольной борьбе среди взрослых «Культ Кару Оупен 2015». В этом году под сводами Кохтлоярского спортивного центра соберутся сильнейшие борцы из 14 стран, а именно Греции, Израиля, Великобритании, Украины, Белоруссии, России, Польши, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Молдавии и Румынии. И, конечно, хозяева турнира – сильнейшие борцы нашей страны. Не обойдется и без почетных гостей. В этом году турнир посетят бронзовая медалистка последнего чемпионата мира Эпнея, двукратный олимпийский чемпион Сергей Белоглазов, олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев и многие-многие другие. Среди тех, кто в этом году будет бороться за звание чемпиона, спортсмены самого высокого уровня, многие из которых становились победителями и призерами на чемпионатах мира и Европы. Корреспонденты молодежных новостей Антонина Латто и Анастасия Николаева пообщаются со спортсменами, тренерским составом, организаторами и, конечно, болельщиками. Любители спорта смогут увидеть полный отчет в новогоднем выпуске молодежных новостей 25 декабря. Соревнования клуба «Культ Кару» можно по праву назвать эталоном спортивных мероприятий в нашем уезде. Каждый год организаторы вместе с огромной командой специалистов из Кохтла-Ярви, Ифи, Нарвы, Таллина ставят перед собой новые и более сложные задачи, делая соревнования более зрелищными, яркими, запоминающимися и популяризируя спорт в нашем городе. Сообщаем, что турнир стартует в 9 утра, а торжественное открытие и финал начнется в 17:00. Многое организаторы держат в секрете, но уже известно, что те, кто не сможет посетить турнир, но очень хочет все это увидеть, смогут болеть за наших спортсменов благодаря прямой видеотрансляции на сайте клуба «Культ Кару». Молодежные новости. Молодежные новости. В эти же выходные в Кохтла-Ярви зажжется не одна, а много-много звезд. И что там будет? Традиционный фестиваль «Зажигаем звезды». Это который пройдет уже в эти выходные? Именно. Смотрим. Молодежные новости. Молодежные новости. Эти выходные будут, как говорится, что надо. Куда пойти и как скрасить день, вариантов много. И вот один из них. 6 декабря мы приглашаем вас вместе с нами отправиться на фестиваль «Зажигаем звезды», который пройдет в этом году в обновленном Центре культуры города Кохтла-Ярви. Этот фестиваль знают и любят многие жители, и не только нашего города. Потому как именно здесь зажигается множество молодых и талантливых звездочек со всего уезда. В этом году на фестивале «Зажигаем звезды» выступят танцевальные коллективы ДТШ «Загадка», «Арабеск», «Экарты», «Брейкдэнс». Зрители увидят новую коллекцию моделей кружка «Стиль». Выступят и друзья фестиваля – коллективы «Радость», «Ритм», «Келлуке» из культурного центра, «Антарес» и вокальная студия «Орликин» из клуба «Ахтне», «Твист Крю» и «Импульс» из «Ихви», «Марья» Киевстамиковской основной школы и другие коллективы нашего города.
Постоянные друзья из Центра молодежи по интересам Улей города Силамяя и Дома творчества Нарвы многие годы принимают участие в фестивале «Зажигаем звезды». Приедут они и на этот раз. Впервые примет участие танцевальная студия из Виленди. Для многих это будет первый выход на обновленную сцену Центра культуры города Кохтла-Ярви. Ведь в прошлые года по причине реконструкции фестиваль проходил в Доме творчества школьников. 6 декабря фестиваль предстанет перед зрителями во всей красе. А зрители молодежных новостей смогут увидеть наш репортаж и, может быть, даже найти себя в кадре 25 декабря в новогоднем выпуске. Улетных вам выходных и до встречи на фестивале «Зажигаем звезды». Молодежные новости. Молодежные новости. Алис, когда я был маленький, ко мне всегда ходили гномики. Но я очень-очень мечтал посетить саму страну гномов. Ты знаешь, мне кажется, твоя мечта сбылась у нашей Рузанны. Гномы к ней в этом году не пришли, поэтому она сама отправилась в страну гномов. Интересно. Завидуй молча. Молодежные новости. Молодежные новости. Наша Рузанна решила на один раз выйти из кадра и попробовать себя в роли оператора. Она отправилась в Центр культуры и интересов города Ихве, где в скором будущем откроется деревня гномов. О ней нашим телезрителям расскажет работник центра Анна Москаева. В Ихвевском центре культуры и интересов традиционно открывает двери деревня гномов. Это сказочная, удивительная страна, которая принимает детей и взрослых. И каждый год мы стараемся сделать в нашем центре деревню очень интересной и познавательной. Здесь не только дети играют, поют, танцуют, но и открывают для себя что-то новое. Скажу вам по секрету, что вот в прошлом году ребята ставили кукольный театр. А раскрою самый большой секрет, хотя двери нашей деревни откроются только на следующей неделе, но у нас даже будет рок-ателье. А что это такое? Вы узнаете, когда придете к нам. Наша деревня будет ждать ребят, начиная с 8 декабря. И наши гномы говорят и на русском, и на эстонском языке. 8 декабря гномы будут разговаривать с ребятами на эстонском языке. И они увидят удивительное приключение «Машина времени». Оно пройдет, это представление, в камерном зале. И, поверьте мне, будет очень интересно. А 9 и 11 декабря мы ждем, наши гномы будут говорить на русском языке. И мы ждем очень много ребят из детских садов и школ. Обязательно приходите, не пропустите. Вы узнаете и увидите много нового и интересного. Дорогие друзья, в канун замечательного сказочного праздника Рождества мы хотим вам пожелать, чтобы вы не переставали мечтать и верили в свою мечту, особенно взрослые. Оставайтесь с детьми, и тогда обязательно в канун Рождества к вам постучится веселый гном и принесет вам массу положительных эмоций, сюрпризов и исполнения всех ваших желаний. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и ждем всех в деревне гномов. Молодежные новости. Молодежные новости. Привет! Привет! Алис, ты что делаешь-то? Я хочу попасть в объектив камеры вертолета, когда он будет город сверху снимать. Маши рукой. Алис, он нас не увидит, мы в студии. Серьезно? Ну, как бы да. Зато мы сможем увидеть красивый вид наших городов. Вид сверху. Смотрим. Молодежные новости. Молодежные новости. Thank you.
Молодежные новости. Молодежные новости. Илья, скажи, пожалуйста, для чего ты приобрел этот замечательный реквизит? Эти замечательные усы я приобрел к SD-шоу. Боже мой, что это? Это, Алиса, такие же молодежные новости, только на сцене. Неужели вы не слышали? Да, конечно, слышала. Это именно тот самый новогодний выпуск молодежных новостей, в котором вы сможете увидеть малую часть талантливой молодежи нашего города. И мы там будем. И Алиса, и Илья. И Илья обязательно отрастит себе такие же пышные усы. Да-да, я обещаю. Ну, а на сегодня все. С вами была Алиса. И усатый Илья. www.sdparty.net